А как вы планируете провести это воскресенье? Весь день проваляться под теплым одеялом – это не то. На дворе сейчас самые красивые дни осени, и если вы их пропустите, потом весь год будет сожалеть. Тем более погода может в любой момент измениться. Да, вдруг завтра дождь, а вы еще не успели сфотографироваться на фоне вот желтых листьев, как вы любите. Пока вы будете собираться на прогулку, мы вам покажем, как преобразились наши корреспонденты за время Хэллоуина. Мы вам расскажем, как можно сменить образ, как сделать подставку для мобильного телефона. Мы расскажем, кто теперь играет агента 007 в фильме о Джеймсе Бонде и кто такие вегетарианцы по мнению детей. Вся эта информация из первых уст в это воскресенье. В 10 часов утра. Не пропустите. На Первом Приднестровском.